Так, и смотрю, что там дальше. Снимаю также разъем ответный. Так, снимаю. А вот они разъемы, которые нам надо будет обрезать. Один и еще должен быть один. Это у нас один разъем, где-то еще должен быть, вот он, еще один. Вот он еще один, который надо обрезать. Два разъема. Но топливный фильтр, то есть насос я тоже вытащу, хочу посмотреть, промыть и продуть топливный фильтр. Сейчас поставлю освещение, чтобы получше видно было. Так, вот топливный насос, модуль стоит. Трубки, в принципе, мне не мешают, я их буду убирать. Так, вот этот шланг я уберу пока сюда в сторону. Не особо он хочет убираться. О, убрал. Поворачиваю, по-моему, против часовой стрелки, если все правильно понимаю. О, против часовой стрелки его повернул. Так, сейчас сниму разъем. Thank you.
свиза поплавка, чтобы не погнуть его. Так, и вот это вот. Вытащить вытащил. Вот этот разъем. Сейчас обрежу этот второй поплавок, который уходит в ту сторону. Он на планке. Сейчас на зеркале попробую его показать. Такая там конструкция, планка, и уходит вдаль второй поплавок. Ну, соляры, как вы видите, в баке. Поплавок целый, вот кольцо, на котором сидит насос, вот сам насос. А вот разъем. Берем его и смело обрезаем. Все проблемы, как говорят, из-за него. Потеря контакта нормального. То ли окисляется, то ли что. Даже топик. Топикс придумали. По топиксу там ставятся вот такие обжимки LR050538. Вот такая обжимка. Но я решил ее не ставить. Заказать заказал, посмотрел и думаю, не буду ставить, а поставлю обычную обжимку. Вот купил вот такие медные скобки, купил термоусадку с клеем, нарезал ее, зачищаю контакты. Взял такие ятовские щипцы YT2250. Одеваю термоусадку. Так, черный сначала соединяю.
Все, эту обжал. Также обжимаю вторую проводку. Все. Вторая проводка тоже соединена. Ну а теперь феном нагрею термоусадки. Термоусадка с клеем. Непростая. Вот такая термоусадка. Rexant H53X. Здесь непонятно. А, диаметр 3 мм, 600 вольт, 125 градусов, клей. Это вот именно с клеем, который идет. Свет отключу. Это соединил. Теперь соединил там. Этот разъем тоже сразу обрезаю. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? А у нас здесь ничего. Снял датчик, камера отключилась. Датчик просто вверх на себя немножко и поднимает. Защелкивается вот на этих двух штырьках. Отщелкиваем здесь, отщелкиваем здесь, отщелкиваем здесь. И третий отщелкиваем здесь. Вроде все отщелкнул. О, сетка чистая. Сетка чистая, и здесь все чисто. Поэтому здесь я ничего не делаю.
собираю обратно. Хотел сетку почистить, а ее чистить и не надо. Выравниваю. И защелкиваю. Так, ну и все, в принципе. Второй разъем соединю уже в баке, ставлю на место. Соединяю трубку. Две руки не залазят.
что-то мучаюсь. О чем мучаюсь, я не знаю. Зачем я провода навстречу друг другу делаю? Я же их могу вместе вот так вот сделать. А потом в термоусадку все спрятать. Вот и все. Вот так вот красиво получается. А я выеживаюсь. А теперь беру просто все это в термоусадку прячу. О, спрятал. Все. Термоусадки. Так, где? Вот одна. Вот вторая. Так, где-то у нас там еще есть шланги. Так, ладно, это у нас. У нас сюда. Так, это у нас сюда. О, теперь все. Все. А, поторопился одеть. Гайку-то не одел. По всем пошла ровно. Все, гайка сидит на месте. Стоит.
ставлю на место топливный фильтр. Сейчас уже с баком его ставить не буду отдельно. Конечно бы сейчас само то заменить бы фильтр, но что-то я этот момент не прочувствовал. Прикручу его потом, потому что я еще отодвину, защелки защелкну, а потом задвину и с той стороны закручу его. Фильтр стоит. Смазываю резьбы крепления бака и ставлю бак. Резьбы смазал, также смажу разъемы. Корячился, корячился. Один не смог поставить. Тяжело. Пришлось просить помощи. Ну а все. Теперь у меня остается только быстренько все соединить. Такие как вот разъемы, трубку дыхательную. А вот теперь с этой стороны соединяю. Все соединения почистил, продул и протер. Вот и все. Здесь я соединил. Теперь фильтр можно прикручивать. Бак сейчас подниму и эти трубки на баке закреплю. Поднимаю бак.
Эти скобы, все три штуки я поставил. И наживляю. Так, ну, прикручиваю на место фильтр. Так, экран пока не ставлю, заведу, подниму, проверю здесь на подтеке. Прикрутил насос на вибасту. Так, здесь тросик одел, все одел, это одел. О. Горловину закрутить. И ставлю на место экран. Опускаю, прокачиваю и завожу. Так, включаю зажигание 5 раз. Прокачиваю систему. О, топливо сейчас показывает практически на минимуме. А до этого было 3 деления. Сверху только одно было пустое. Раз так делаем. Насос прокачивает, воздух выгонит. Ну и пробую запускать. Вот и все. Сейчас надо прокатиться, чтобы компьютер пересчитал расход солярки и остаток какой. Сейчас поднимаю автомобиль, закручиваю на место экран и закручиваю на место защиту. Посмотрел, никаких свежих подтеков нет. Все герметично, все хорошо. Так.
Ну а чуть попозже куплю топливный фильтр, заменю еще топливный фильтр, а также коробки частичную замену масла сделаю без замены фильтра, покатаюсь какое-то время, а потом с заменой фильтра сделаю. Все, ставлю пластиковую защиту и на этом, как ее даже назвать, и на этом снятие и установку бака я закончил. Всего вам доброго.